Итак, друзья, сегодня 16 августа, давно нас не было в эфире. Отгрузили Алена, Томас и начали Тамерлан. Тамерлан в этом году урожайность пониже, но для этого года, в принципе, нормально. Вот так арбуз выглядит. Арбуз неплохой. В принципе, мне нравится. Для этого года даже очень хорошо. Урожайность составила в этом году 40 тонн на Тамерлане. Вот такой арбуз. Есть экземпляры покрупнее. Вот. Ботва у него намного выше, чем у Васки. У Васки она очень слабая. По сортам Алена и Томас. Эти сорта, они... урожайность очень маленькая. Но, в принципе, очень ранняя продукция получается. Сейчас покажу Манчестер, который мы привезли из Бразилии. Вот он начинается. Арбуз достаточно крупный, но он еще зеленый, он растет. Продавать мы его будем примерно где-то через неделю, может раньше. Все будет зависеть от погоды. Это вот сейчас иду по Тамерлану. Тамерлан, в принципе, готовый. Будем завтра отгружать. Многие спрашивали, как мы боремся с зайцами. Боремся очень просто. Поставили в этом году пропановую пушку. Она себя показывает очень хорошо. Конечно, дорогая, испанская, 28 тысяч. Но оно того стоит. Не надо по ночам с фонариком, с ружьем. Ночью вообще нужно спать. А здесь, получается, пушка работает. Написано на 5 гектар. Ну, в принципе, вот эту площадь 6 гектар. У нас ни одного арбуза не погрызано. Не поклевано, охраняет она очень хорошо. Сейчас покажу ее вблизи, покажу в действии. Ее можно доукомплектовать разными устройствами, такую как тренога, чтобы она выше стояла, и устройство, которое крутится от выстрела, то есть она стреляет и тем самым поворачивается в другую сторону, и площадь действия, радиус ее увеличивается намного. Вот так вот выглядит пушка. Здесь у нас газовый баллон, пропан. Просто включаем и ждем. По видео звук будет низкий, но по ощущениям, когда находишься рядом, звук очень громкий, и его даже слышно за 4 километра в нашем селе. В принципе, можно проверять, включили ее или не включили. Она механическая, здесь никаких ни батареек, ничего не надо, ни аккумулятор. Просто открыли вентиль, выставили таймер. Таймер вот тут находится, и она, собственно, работает. Можно сделать подачу газа чаще, можно позже. Выглядит она вот так. Она небольшая. В принципе, потом дозакажу треногу, чтобы и поворотный механизм, чтобы она крутилась по кругу и радиус действия был больше. Сейчас будет выстрел. Да, оглушило. По ценам в этом году цена, в принципе, хорошая. От 6 рублей до 8. Когда арбуза мало, то цена повышается, когда он его больше выходит на рынок, она понижается, но при такой урожайности, в принципе, можно существовать. Арбуз достойный, так что смело можно приезжать и покупать. Вот, попадаю на арбузы, дальше иду, тоже арбузы. Везде сплошняком арбузы. Это мой любимый сорт, продюсер. Сажать обязательно нужно.